Чего? Говорю, 8 дней хочешь заработать? Не. Тебя очень плохо слышу. Чего ты говоришь? Говорю, 8к не хочешь заработать? Как? Схему сделать. Не хочу. Тогда тем более. Джеймис. Хочешь прикол? Родонт. Здорово. Джеймис, хочешь прикол? Меня слышно? Марк. Да. Типа слышно. Смотри. Раз. Два. Сейчас надо заново наоборот. Раз. Он тебя не слышит. Да я понял. Сейчас. Джеймис, поехали, слышишь, поехали. Джеймис, поехали. Довези меня. Ничего не будет. У тебя сейчас тачка бензин на этот завод. Дональд. Я думал, вот сейчас это бац и туда в тюрьму. Да, мне тоже так кажется. Дональд. Ему предупреждение сделали. Серьезно? Угу. Какая-нибудь из этих двух машин нужна? Либо Гольф, либо Пикадор. Гольф или Пикадор? Мне? Да, тебе. Где Гольф? Да вот у него. Тебе Гольф выпал? Купил вчера за 100 с чем-то, не помню. Что, пацаны, перекупы? Я нет. Обе мои машины. Угу. А чё? За сколько додж возьми? Какой? У меня сейчас бабок нет. У меня бюджет вложен. Ой. Ну сколько? Какой додж? Вот тот, который? Вот сзади, да, который. Ну сколько ты хочешь? Ну за сколько ты возьмешь, что-нибудь скажи? Да у меня просто скажи свою цену, мне сильно не хватает сейчас. Я ж подошёл тебе, потому что ты перекуп. Мне интересно, сколько ты возьмешь. У меня есть это 1800 и все. 800 тысяч. Дайвик, Сид, ФТшный, Макларен. Можно 700 тысяч и Сид, на. 700 тысяч и Сид? Не, хуйня, не. Скажи. Не 700. Пока ты додж. Вот. Ты выбила? Выглядит сочно. Бля, ну он мне нравится, но он, по-моему, не едет или не поворачивает. Что? Завести? Можно прокатиться, да, попробуем? Да, давай. Ну-ка, Никита, давай прокатимся.
Сейчас у меня лампочка спадет. Бэха 180. Да, да. Ну ч, Сергей, сейчас подожди секунду. Ну чем ты задку хочешь подать? Нас такое предлагаю. Поехали, отъедем. Здорово, твои тачки. Или Бобкат, да. Да, а это почем? Кто? Бобкат? 350, да. Красно-неон. 350? Что-то дешево. Да. Что-то дешево, Бобкат, даешь. Сколько он едет максимум? Хуй знает. Я на нем не ездил. Так чё дешево так продаешь? Чё ж может не будет катается нахуй? Возьми, прокатись, посмотри. Да, давай, заведи мне, я прокачусь. Чмошник, кабаны, УЗИ, блять, нахуй. Слишком слабый, чтобы толкать нормально. Чмо, успокойся.
чмо, успокойся, блядь. Чмошник, бана, остановись, блядь. Остановись, баный чмошник, блядь. Добавьте его, блядь, этого пидора, блядь, баного. За сколько? Продам 17,3 кк. А. Чё высирать перестал? Блять, нахуй ты меня байтишь, скажи, долбоёб. Даже если тут админ, осознай, что тебя сейчас нахуй за байт откинут. Нарушение на байт, долбоёб. Байта такого нету, дебил. Есть такое, долбоёб. За обман поезд сейчас отлетаешь. Мне похуй, завали свою ебалу тут. Ты на, откатываешь, накатываешь на форму, жди. Мне похуй, завали ебало. Хорошо, идешь на целый день сидеть. Ты меня на нарушение байтишь этот 15. Ты уже будешь сидеть на форуме, чё тебе байтить, алло. Хорошо, все, успокойся, хорошо, посижу я 3600 секунд, мне похуй. Завали ебало свое тупое. Иди дальше с ноутбука фоткой. Иди дальше с телефона ноутбук свой фоткой. Долбоёб отсталый. Чего ты купишь у меня Верон? Фастом, реально. Что твоя БМВ? Мак на Макларен обмен не хочешь? Пикадор за 25 кота. Давай куплю за 20. Да, ты прикалываешься, спасибо. Вот это купил. Ребел? Давай. Да. Так, ну 60 тысяч кидай. Ты ебанулся. Да дядь, ты подошел? Какой мне смысл у тебя пикадор покупать? Ой, ребел. Ну, крылья, вот я готов за 60 тысяч. Вид Оле. Барахолка. Чё? Какая? Да, слышь, братан, у тебя такие пиздатые фотки на торговой площадке, бля, я прям вообще охуел. Это типичный перекуп. Ну, блядь, с кайфом. Просто сфотографировал монитор, блядь. Зови. Пусти из машины. И чё? Да. Сфотографировал монитор.
Жесток, жесток. Алло, да. Добрый день. Продаю. Ну, уже 2 ГМ там стоят. Конечно. Сейчас я разговариваю по телефону. Сейчас, можно я подъеду, я... Давайте где-нибудь встретимся, с вами поговорим. 230. Давайте. Вчера, короче, продавали стоковый? Угу. Вчера, да. Короче, стоковый ночью продавали за 160, бля. Я такой еблан, я не купил, блядь. Типичная перекупа, я не знаю. Это с кейса. Да хуй знает. Так ты, ну, за 220, за 200 ты его быстро продашь, ну реально. Перекупа есть? А что такое? Привет, это твой гольф стоит белый? Твой белый гольф? Привет, это твой белый гольф? Нет. Нахуй тебе он нужен? Он, блядь, стоковый.
Почем Субару? Че еще раз? Что еще раз? Почем Субарик? 450. У него неоновые фары есть. Какая цена? 450 тысяч. Там брейдаун, что ли, блядь? Я встиг померти за той час, релогнутись два рази. І... Давай, поставлю. Давай, ну, як хочеш, давай. Нужен вейп, нужен вейп, продам вейп. Гражданин, 1006. Почему Феррари? Ухуй это, блять, нахуй.
Импереза. ПТ. Неон фары, неон фары. Присмот. Так, посмотрите, дорогие перекопы катаются на дорогих тачках. Да он, на блядь.
хороший ёршик. И пошла на нах пляс. Начинается все больше и больше. Да-да-да. Покройся, бля, аккуратнее, бля. Эй, хуй. Почем финик? Нам 50. Все стоит. Неон, ФТ, фары неон. Почем суба? 450. Угу. Ебать, что за цены нахуй? Вы сейчас за цены на ней неон и ФТ есть у неё. Да похуй, блядь. А цены какие? 220. Сколько? 220. Ого. Хуйня, блядь, ебаная.
У вас всех есть одна проблема, у нас только нахуй одни перекупы на ебаном сервере, нет нормально покупать ее. Есть перекупы, только которые сбивают по максимуму цену, подавляют, потом продают за такой же прайсик, сколько мы сейчас продаем. Да, это по-любому. То, надо просто и все. А ты, сделай. Да. 2950 пара не. А потом мой брат приехал. Надо мусоров собрать, наоборот. Ты там видишь, Лекс, Майбер. А в Мафии же кто-нибудь принимает с 5-го или с 3-го? Конечно. С 5-го? С 3-го. Или с 5-го, надо смотреть. 56 минут, увидишь. Ездишь там, допустим, когда я либо как, типа, взял нормальную Шо? Машинку себе. Ездишь там, понял, проститутку скинул там. Угу. Катаешься.
Да, блять, да ну нахуй опять, сука, финик ебаный. Чего? Я, блядь, случайно второй раз, блядь, подряд залез в твой, блядь, финик, блядь. А, я думал, ты меня побайтить хочешь. Зачем мне тебя байтить, блядь? Ну, типа, блядь, плати бабки, либо я не вылезу из тачки. Ты её можешь легко выкурить, потом взять, приехать сюда снова. Проблемы, что ли? Я тебя выкинуть из тачки не могу, когда ты за рулем водителя. Я тебе говорю, выкурить ты в любом случае сможешь. Чё? Эвакуировать ты в любом случае сможешь. Да хуй с ним. Забей. Почем? Почем Эвик? Почем Эвик? У него Subaru, а не Эвик. У меня тоже Subaru. Чё, почём финик? Почём твоя машинка 820 до 40? 450. Субарик, почем? 450. О, понял. Бля, ну проедь. Не-не.
продай финик. Нахрен тебе финик. Будто кроме финика других машин нету. Дальше нафига тебе финик. Нафига тебе финик. Одиннадцать 12 вечера. Он хочет финик купить, типа, хочет цену узнать. У тебя... Чуть-чуть. Финик продаешь? Ага. За сколько? Лям 50. А, неон фары, неон стоит, ФТ-шник. Подними капот. Сейчас. Поднял. Угу, вижу. Чё, может, торгонёшь? Не-не-не. Ну, лям 50 вообще икра прям. Да. Сколько стоит неон и этот фары на фенике? 60. Покажи фары. Какой-нибудь фара покажет, если они днем не работают. Вон там тень, если что, так-то. Как фары включить? На H. H, H. На R. Блин, что ты делаешь? Че, включились, ну? Нет, развернись. Куда развернуться? На WS развернись. Давай, WS, A или либо D. Развернись. Не видно фары. О. Так, не он есть. И вот туда подъедь, чтобы там видно было. А, верняк. Что за вред получается? Чё? Вот у меня там, сейчас. Вот у меня там, там он, короче, получается, там, где у меня 6 на 6, получается, стоит последний там в ряду. Вот там, где дальше него, получается, машина пропадает просто у человека. Потом появляется где-то там, типа, прогрузка такая маленькая. Ты тоже долго на одной тачке ездить не можешь? Я два месяца примерно катаюсь, типа 2.5 уже на этой вот, на этой. На своей. Не знаю, максимум 3 дня катаюсь, заебываюсь.
сейчас этого финика, блядь, в минус ушел, пиздец. Я типа обменял на геттер плюс... 32 вроде я обменял и доплатил 320. А что ты минус ушел? То бишь это чел на 70к купился. Вообще бы на геттер прям с радостью обменялся. 42-й пик. Сегодня предлагали Porsche электрический обменять с доплатой 250к. Я сказал, ну да. А человек? Да, блять, он едет меньше. Плюс он... У него, блять, всего 15 килограмм багажник. Нахуй нам не сдалось. Чтоб сумки-то ложить. 15 сумок влезет. Пиздец. Будешь на нём мясо возить. Все будут такие охуевать, как ты таким багажником будешь. Знаешь вообще, блядь, как я этот финик купил? Как? Как? Я, короче, просто на ноль поставил 100к. Мне выпало, блядь, 3 ляма. Я купил... Шмоток купил себе, блядь, что там, GTR? Блядь, ебал, давай задам писать. Лям 50? Да, давай тут в банку подъедем, то я там деньги пишу. Сколько ты с какими-то драк продаешь? Эй. Я чё, денег? Блядь, поехать на... У меня есть страны, это... Ну, Subaru... 560к и... Бабки, налички, братишка. Ну сколько налички? Штаны, ебать, продать и кольцо шокер. Как она не стоит 450 тысяч, даже Full FT. Да, кто? Сколько она? 400? 10? Ну, дорого, 450 дорого, это пиздец. Он её не продаст. Неон и фара вообще-то есть. И что дальше, что они у тебя есть? Но они 70 тысяч стоят, если ты не курсишь, чтоб ты знал. Мод еще какой мод стоит? Я 380, я потолок на самом деле. Мод вот, который мод стоит. Мод на что стоит? Вот, смотри. Алло. Под капот загрели. С фарами, с неонами и со всеми делами. 380, чел. Ну не 450. Понял. Не, у меня какой-то мод стоит на переключение ТС. Какой вот, значит, такой. Да ты нахуй шаришь, нужен. Ты шаришь за моды, нет?
У меня вот, короче, Subaru 260 D70 едет, D180. Не, ты за моды шаришь вообще, нет? Нет. Ты мне говоришь? Не, вообще, в общем. И тебе, и нет. Ну, я не ставил. Понял. Вон чел пиздит. За скубик вон подъехал в фиолетовых штанах. Ой, майки. В кофте, блядь, он не стоит, пиздят. Хочет забрать. Сегодня ночью вообще там как минимум 3 человека были на Subaru Impreza, они были на ФТ без неона, без фар. Да, вчера продавали за нефтешный, за 280 продал, за нефтешный. Такие же доллары, только золотого цвета. Ну, так. Бля, не знаю, кто-то может быть и купит там. Кому надо, пряник, будет, да. Пряник залетный. Или печь. Ну да, перекупы никогда не купит нормально там. Перекупы не... Ты понимаешь, я тебе скажу, то, что реальная цена 380, адекватная цена. Если, ну, по адекватности судить. А если судить, цена? То... Чё говоришь? А чё такая цена адекватная 380? Ну, потому что рыночная цена 380 у этой машины с фулл фарами, неоном и с ФТшной. То же самое, я же не могу этот крузак поставить, блядь, 2 миллиона, да, 2 100, ну, потому что это будет выше рынка, и никто не купит. Kia Ceed я не могу поставить за 400 тысяч, потому что у него рыночная цена 330-350. Это ФТ, а если неоны фары, то есть 370. Вон, братан, за 400, вон, за 480 Эвик стоит, нахуй, ёбаный в рот. Такой же, как твой, блядь, ФТшный вся хуйня, за 480 Эвик, вон уезжает. Да, вижу. 450, это пиздец. Я уже ты просто понимаешь, я тебе объясню. Вот у меня, допустим, вот у меня крузер тоже, допустим, весь, блядь, с фарами. Тебя не слышно. Я не слышал, ну, Макс. Я говорю то, что тут вот, допустим, машину ты обфтэшил, допустим, я зафтэшил, и у меня вес все стоит. Но я ее не буду продавать за 2,5 миллиона. Потому что, ну... Да, я знаю об этом. Блядь, у него нет такой цены. Да это просто не вот почему цена. На модификацию самое... на 260-270 скорости, сколько там получается Subaru дает, почему они ее не продают за 200 нормальную цену? Почему ее все продают по 380 кого-то? Ну потому что она, блядь, с мод... она не нужна такая, понимаешь, за такую почему стоимость. Эта машина, ну, не нужна, блядь, ну реально. Да, с модом? Это... То есть, когда ты сидишь 60 тысяч? У тебя... Чё? Так, у тебя мод получает резкость входа поворот, да? Да. Ну это тупо дрифт у тебя получается. Нет, она у меня получается, когда вот так колеса поворачиваю, просто когда гоняю, на 260-270 км/ч она гоняет. 280. Ну смотри, дружище, это вот чисто реально сугубо твое личное желание было поставить. По факту это людям не нужно. Конечно, ты захотел это поставить, ты поставил. Чисто для себя, да. Для дрифтера, по сути. Нет, есть вот. Много. Я сегодня ночью видел, что несколько машин таких с модом тоже стоит. Тоже по 300 гоняет, кому сейчас. Тебя не слышно, если что. Тебя не слышно, слышишь?
Что там, ты субарик продаешь? Поехали. Что там, никто не хочет брать? Да. Что, так, что там, блядь? Неон фары есть, какой цвет? Синий. Ну, типа голубоватый цвет. Братан, рынок на них просто упал, поэтому пиздец. А чё рынок упал? А, импрезы. А чё рынок упал? Не ликвидами стали. Почему? Ну, блядь, сиды появились, блядь. Их перестали брать. Так сиды же, блядь, если... на 15 км сейчас даже 20-30 примерно меньше. Да, но их берут, пиздец, и они в рынке, блядь, по 10, блядь, штук стоят. Ну и нахрен они, ну и нахрен они кому нужны, блять, их почти никто не покупает, там все бэхи даже покупают. Не только же сиды существуют в этой игре. Ну я вижу, только сиды, сука, берут, блять. Бэхи какие ты имеешь до семерки? Да хрен знает. Видишь, я тебе рынок сделал. Ребятки, забирайте 420 тысяч. ФТ неон фары, блять. Модификация стоит, блять. Хули разбегаетесь, берите, сука, все, блять. Эту лапочку, сука, даже не сотрите, на. Не хотят брать, сука, видишь? Что там, 478 заберешь? Ну, съебался. Да я говорю, они не ликвидные стали. Если хочешь, я у тебя за 350 ее могу забрать. Не-не. Чисто фастом, чтобы постоять, продать, накинуть 20 тысяч. Да не. Ну смотри сам. Да удачи. Так чё ты этот, 350, даже мне. Не-не-не. А то если заебало, можешь отдать. Да я пока не особо заебало. Ну смотри, если что там изменится, подтягивайся. А, хорошо. Такой цене за 600 продают. Я говорю, никто не возьмет, а ты 400. Постом забрал бы за 300 и не ебался бы за 350, то есть. Не-не-не. Вот это, ну, ты понимаешь. А чей делик?
ПТ-шные, гудок есть, 330. А какой ты сидит проедет? Нет, вон стоит, вон сзади, где крузак. Вон. О, да, красный, который. Тут он, блядь, фулл ФТ нормальный. Гудок есть. Если прям сейчас заберешь 327. Он черный чей? Черный друга, он 340. Там есть фары. Красные. Только его сейчас, да, здесь нет. А ты же ты, конечно, другу продал. Заведи сюда. На, садись, езжай там. Покатнись, пожалуйста. Садись в шарманку старую, которая еле едет. Чем Subaru? Чё? Еще раз. Subaru почем? Subaru. 390. Сколько? 390. Поехали, отъедем. Поехали. А у тебя тут неон фары все стоит, да? Да, все. Понял. А, так и резкость. Чё, она типа скорости прибавляет? Да. А торг есть, нету? Ну какой торг? Ну скажи, сколько максимум скинешь и все. Ну ты скажи, сколько хочешь скинуть. Ну давай 370, чтобы тебя не обижать. 20 тысяч всего. Да, 380. Давай 375, ни тебе, ни мне. Давай вот так. Давай. Давай. Поехали, банк. А, не, у меня с собой. Я тебя... А, ну поехали, ладно. Если тебе так надо. Все можешь кидать у меня с собой. 375, да? 375, да. Все, спасибо. Да, пожалуйста. Че, куда тебя надо куда-то подвезти? До парковки сейчас только, подожди, банк деньги положу. Тебе может до штрафки, давай до штрафки.
Все, давай, удачи. Давай. Блять, ладно, споткнулся. Братан, братан. А, не можешь, блядь, начать дать 250? Нет. По-братски, у меня не хватает нету. На машину. Сука, да, да. Сам сука. Сам сука. Сосука, сам. Сам сосука. Сам сосука. Сам сосука, пусть сосет. Сам сосука. Сам сосука. Пизда лагает, блять. Блять. Мне нравится, что Тахи Субурбан точно так же дрейсит, как моя Субару Импреза. Только у нее мощность движка на 10-15% больше. Да, скорость у него средняя такая же, как, блядь, у Субару с модом, блядь. Плюс-минус, так. То есть там на 15-30 км в час больше. Нет, на 15 или 20 км в час меньше, чем у Субару Импреза, но все же. Там же нужно, блядь, ВАД, 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 да, нахуй спавнить, блядь, эту хуйню ебаную. Да я не собираюсь потом как бы продавать. Нахуй мне свурван мой продавать потом. Сначала надо пойти пожрать, кофе выпить.